Минимум четырежды, а по сути раз 100 обманывал собственных фенов, кидая их на деньги, ни одного проекта не довел до логического завершения. Ну как и я, собственно, но я хотя бы деньги ни у кого не ворую. Это то же самое, что если бы Хованский взял бы деньги на Russian Stand Up и ни хера бы не сделал. Да, и Возможно, ну, так и лучше было. ну может быть так и лучше было бы. В любом случае, даже если, допустим, Хованский спиздил деньги, то, что Усачев собрал деньги на Бумстартере, на говно, которое снято за 100 рублей, это никого не...